Поддержка молодых талантов, профориентация и социальное развитие. Благодаря этим действиям Российский союз молодежи призван открывать дорогу в будущее для новых поколений. В Ульяновском педагогическом университете состоялась отчетно-выборная конференция, на которой собрались члены организации и представители власти. Вместе они подвели итоги работы за 2017 год и определились с планами на будущее. В 2018 году нами запланировано ряд международных мероприятий на территории Ульяновской области, такие как заседание рабочей группы Молодежного совета стран БРИКС. Также у нас в рамках туристического форума запланирован круглый стол с представителями Европейской ассоциации молодежных карт по развитию внутреннего молодежного туризма. За 26 лет существования Российского союза молодежи в жизнь воплотились многие общественные проекты. Названия некоторых из них на слуху у каждого. Российская студенческая весна. Не знаю, наверное, ни одного человека среди студентов, который не знал бы про этот проект. Ежегодно залы, тысячники наполняются студентами, а это значит, что продукт интересен, это значит, что востребован. Чтобы стать членом Союза, необходимо быть инициативным, коммуникабельным и готовым ко всему новому. Организация множества общественных мероприятий точно не дает заскучать студентам в свободное от учебы время. В основном я помогаю организовывать мероприятия наподобие студенческой весны, студенческой осени. Например, эту конференцию, различные проекты. Например, даже бизнес-инкубатор российско-китайский. На торжественной части конференции губернатор Сергей Морозов вручил сертификаты на покупку новой техники лучшим представителям молодежных организаций Ульяновской области. Он акцентировал внимание на том, что Союз молодежи появился не просто так. Он является прямым потомком мощнейшей молодежной организации 20 века. А если вы посмотрите на историю, мы не имеем права с вами не оглядываться на историю, то увидим, что Российский союз молодежи по праву стал правопреемником Всероссийского, Всесоюзного, Ленинского коммунистического союза молодежи. Или по-другому, Комсомол. Соглашение между правительством Ульяновской области и Союзом молодежи заключено еще 28 октября 2017 года. Совместный курс взят на патриотическое воспитание, поддержку творчества, развитие кадрового потенциала и готовность к международному сотрудничеству молодежи нашего региона. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.